Итак, финальная стадия. Это покрытие лаком этюда. Он подсох. Где-то прошел месяц с момента его написания. Желательно покрывать работу лаком спустя полгода. Тогда происходит полное высыхание красок, и при покрытии лаком будет идеальное как бы сцепление. Я покрываю лаком. Это значит, я беру домарный лак, вместе смешиваю его в пропорции с терпентином. Так, берется лак. Немножко наливается лаком. Вместо терпентина можно, в принципе, скипидар добавлять. White Spirit не будет разбавлять лак, он будет свертывать субстанцию. Для меня покрытие лаком — это как бы не придание глянца, а исключительно задача защитить красочный слой. Так, вот так. Покрываю лежа на столе, потому что лак может стечь и будут подтеки. В принципе, все это занимает немного времени. Значит, частично терпентин испарится. И будет очень тонкий слой лака. Его достаточно для защиты. Но в то же время не будет слишком сильного блеска. Чего не хотелось бы, потому что, как бы, когда есть матовость поверхности, живопись по-другому воспринимается. Конечно, при покрытии лаком все становится более контрастным и ярким. Вот, сейчас посмотрим, как это выглядит поближе.